Всем привет, друзья, с вами Сплейн. Многие из вас на лето переезжают в другие города. В такую ситуацию попал и я. И все бы ничего, но в той квартире, куда я переехал, не было даже самого простого компьютера. И сегодня мы будем собирать достаточно мощный ПК, всего за 5000 рублей. Погнали! Начнем с основы нашего компьютера, материнской платы. Ее я купил за 2500 рублей. В комплект входила сама материнская плата, двухъядерный процессор AMD Athlon 6000+, и 4 гигабайта оперативной памяти, работающей в двухканальном режиме. Далее у нас идет видеокарта GeForce 9800GT на 512 мегабайт GDDR3 памяти и шиной в 256 бит. Ее я купил за 550 рублей. SATA жесткий диск на 120 гигабайт, а также блок питания на 350 честных ватт. Также я купил неплохой 17-дюймовый монитор со всеми проводами всего за 600 рублей. Также 100 рублей я потратил на термопасту, но ее я покупал уже не БУ, мажор. Собирал я этот компьютер около недели, так что примерно за такую же сумму похожий компьютер может собрать каждый. Вот в этот корпус будет собираться все наше железо. Честно, я его еще не открывал. Давайте я сделаю это вместе с вами. Фух, наконец-то я его открыл. Продавец нам любезно оставил CD-ROM и флоппи, что очень актуально в наше время. Изнутри все довольно пыльное, поэтому я думаю, что нам нужно его помыть. Ну что ж, всю электронику я снял, теперь можно и помыть его. Что ж, корпус я тну настолько, насколько это было возможно. И теперь, я думаю, нам можно собрать его. Обожаю подключить переднюю панель. Еще больше я обожаю, когда телефон падает. Вот что у меня получилось. Теперь можно его собрать. Итак, компьютер я полностью собрал и подключил, и сейчас мы попробуем его запустить. Первая попытка. Неудачная. Вторая попытка. Там что-то заработало.
Ух ты, даже что-то загружается. Ничего себе, интересно, система там есть? Судя по всему, нет. Да, определенно нет. Пожалуй, установлю сюда десятку, благо железо позволяет. В общем, систему я переустановил, и что самое странное, он у меня загрузился. Я поставил сюда Windows 10, и работает все довольно-таки шустро. Сейчас на экране вы можете видеть характеристики этого компьютера. Процессор AMD Athlon 6000+, установленная память 4 ГБ, и видеокарта NVIDIA GeForce 9800 GT. Напишите в комментариях, какие игры здесь протестировать, и как только под этим видео соберется 10 лайков, я выпущу видеоролик, в котором буду показывать, на что этот компьютер способен в играх. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам нравится видео такого формата. С вами был Сплейн, и всем пока!